еще такой маленький шрифт есть. Да? О, правда? Даже быстрее, чем я думал. Давай их сюда. Ну вот, теперь я смогу закончить. Славить меня вряд ли будут, зато на день дольше проживем. Давай быстрее, пока солдаты красной руки не застали нас с поличным. Положи руки по обе стороны от этого камня и отверни голову в сторону. Не люблю, когда в цепи закован тот, кто этого не заслужил. А дрянное стигийское железо вообще ненавижу. Разбить его — одно удовольствие. Иди же! Добро пожаловать в город Тарташ. Здесь всегда держи одну руку на рукояти ножа, а другую на кошельке. Пифию. Она живет в Тарташе, но она редко покидает свою хижину. Ага, любопытно. Ты прямо копия беглого раба, что недавно просил пропустить его в Тарташ. Но я уверен, что уж тебе-то никогда не доводилось носить невольничьих цепей. Очень хорошо, ты можешь пройти. Но есть одно условие, дружище. Попав в город, ты найдешь таверну «Собачья жажда», что недалеко от ворот. Трактирщица Тина. Я хочу передать для нее вот это письмо. Я увижу с ней сегодня. После того, как закончится моя смена, так что если не сдержишь слово, я очень скоро об этом узнаю. Скажи, что тебя прислал Ларанга. Благодарю тебя. И один совет, если у тебя есть время выслушать. Это был твой первый урок того, как живет Тарташ. Услуга за услугу. И ты стоишь ровно столько, сколько стоит твое слово. Будь осторожен, подходя к кому-нибудь сзади. Не напарись на чужой кинжал. Полагаю, джунгли казались тебе адом. Добро пожаловать в твой новый дом. Берегись, пиктов!
дочь? Да, это я. А почему ты спрашиваешь? Сообщение? Дай-ка взглянуть. Интересно, что понадобилось передавать славному капитану стражи. Ох, что ж, спасибо за сообщение. Я могу что-нибудь для тебя сделать? Старую прорицательницу? У нее в последнее время гости бывают нечасто. Она живет одна в переулке к юго-востоку отсюда. Ты... Лучше, чтобы тебя рядом с ней не видели. У красной руки глаза повсюду, и они недолюбливают Надини. Дождись ночи, когда на улицах станет темно, а стража напьется. Моя кровать наверху. Ты кажешься очень уставшей. Чем тебе пришлось заниматься за городскими стенами? Иди спать, а потом с наступлением темноты ты сможешь пойти поговорить с Надини. Ты найдешь ее хижину в переулке к юго-востоку от этой гостиницы. В Тартаже ты быстро усвоишь, что все важные дела делаются лишь с восходом луны. Тебе ведь хотелось отыскать Надини, разве не так? Когда наступит ночь, ты сможешь отыскать ее, не привлекая лишнего внимания ни к себе, ни к ней. Запомни, она живет в переулке к юго-востоку от этой гостиницы. Прощай!
Расскажи мне свою историю. Мне сказали, ты сможешь мне помочь. Расскажи мне о себе. Кто сказал? Ты не из приспешников Стронга, нет? Я не собираюсь иметь дела с тираном или его мерзкими слугами. Тогда ты точно не от Строма. Знай, тиран Тартажа немногим позволяет покидать остров. Барахские острова стали его игрушкой с тех пор, как Красная Рука пришла к власти. Если хочешь, я помогу тебе начать здесь новую жизнь, ведь тебя беспокоит именно это. На тебе отвратительная метка, знамение судьбы, от одного взгляда, на которое меня пронзает боль. А что до твоего прошлого? В твоем лице ясно видны благородные аквилонские черты. В наш темный век Аквилония — суть оплот цивилизации. Скажи мне, какие призраки воспоминаний витают за твоими сомкнутыми веками? В твоих движениях грация пантеры и звериная сила, и это говорит о скрытности и ловкости. Мало кто уследит за тобой или хотя бы увидит твой удар до тех пор, пока уже не будет поздно. Это тебе знакомо? Вложи в свои умения больше пота, крови и времени, и мир станет твоей сокровищницей, лишь протяни руку. Захочешь — будешь грабить богатых. Захочешь — будешь убивать врагов в темных переулках. Законы, по которым живут другие, станут для тебя пустым звуком. Я отправлю тебя туда, где помогут. Нелегко будет вернуть себе силы, так что придется тебе поговорить с тем, кто промышляет тем же ремеслом, что некогда и ты. Я так и знал, что этим кончится. С кем? В собачьей жажде тебе нужно отыскать юную служанку Тину. Она поможет тебе стать частью преступного мира Тартажа. Ее красота и прелестная улыбка хорошо скрывают иную сторону ее натуры. Чем старше я становлюсь, тем больше становится тревог и меньше забот. Сердце становится холодным. Но все же мне приятно слышать, что любовь способна зацвести даже здесь, среди злобы и порока. Тине можно доверять, она добрая душа, не тронутая настоящим злом. Нет, с этим ничего не выйдет. Повелитель Тартажа, Стром, позволяет выходить из гавани только преданным ему кораблям. Сопротивление сражается с ним, хотя тиран перекрыл весь город, пытаясь переловить ополченцев. Теперь, прежде чем ты уйдешь, я хотела бы предупредить тебя. Этот знак у тебя на груди. Я не скажу ни слова, пока не буду убеждена, что это правда. Предупреждаю, тебе нужно изо всех сил искать причину его появления. Любой, кто владеет темной силой, узнает этот знак и попытается тебя использовать. Отправляйся к своему наставнику и скажи, что тебя прислала я. Мы еще встретимся. Мы встретимся. Все это ничего.